Меня зовут Юлия, я стилист. Я посетила сессию Михаила Копытова, первую сессию «Современный гипноз». Мне понравилось, что у меня теперь на руках рабочая методика, как работать с человеком в гипнотическом состоянии. Также меня привлекло то, что был использован научный подход, было очень подробное было объяснение, как работает гипнотическое состояние с точки зрения физиологии человека. Также мне очень понравилось то, что я могу использовать и в жизни, и в работе с человеком. Понравилась формула внушения, как ее отрабатывать на индивидуальный запрос человека, улучшая его качество жизни. Это было для меня наиболее важно. Я благодарю за эту сессию, и я обязательно пойду на второй модуль.